Друзья, я вас поздравляю. На небосклоне премии зажглась новая звезда. Ее имя – Fashion People Awards Kids. Сегодня мы приехали сюда познакомиться с талантливыми детьми и, конечно же, поддержать нашу кандидатку Алю Данде. Есть Fashion People Awards, моя ежегодная премия, которая уже больше 10 лет. И многие дети всегда говорят, почему нет такой же детской? Говорят, мы же тоже поем, у нас группа, мы танцуем. Я подумал, а почему нет? Дети вообще это самая благоприятная почва, потому что люди всегда реагируют позитивно, потому что дети – это святое. Такое мероприятие доброе, позитивное, музыкальное. Все те, кто в музыке, мне кажется, для них это всегда праздник. Атмосфера фантастическая, столько классных гостей, столько много людей, столько достойных ребят, которые сегодня номинированы и выступят. И на самом деле я вообще не волнуюсь, я просто наслаждаюсь этой атмосферой, потому что все просто потрясающе. Очень приятно наблюдать, как молодые звездочки подрастают, и очень приятно быть частью этого всего. Выходной день, рядом дочь, дети, друзья, любимые коллеги, это здорово. Юным дарованиям я желаю только одного, чтобы они царапались вперед и трудились, ибо таланта мало, нужно еще труд и трудолюбие, тогда все получится. Какие у вас эмоции? У меня прекрасно, у меня все прям штормит, трясет, я не знаю, классно? Это было потрясающе, такой заряд эмоций, энергия. Это очень мотивирует двигаться дальше и радовать дальше наших слушателей новыми песнями. Ну и просто приятно. Я очень рада, я не ожидала на самом деле такого признания. Это прекрасно, особенно вот сегодня мы исполнили песню, и очень многие прослезились, когда видят меня с дочкой еще вместе поющим. Но для меня это счастье большое. Знаете, вообще не ожидала, так неожиданно. Но я думаю, просто выступлю, получу какой-то опыт, но я очень счастлива. Спасибо вам огромное. Мы чувствуем поддержку людей, все, которые сидели в этом зале. Нам безумно приятно. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Мы это безумно ценим. Я чувствую очень приятный прилив энергии того, что вы меня сюда пригласили. Я хочу сказать спасибо моей маме и папе. И я хочу сказать спасибо, наверное, Эльгизе за то, что она меня сейчас снимает или снимает себя. Я очень рада, меня переполняют эмоции. Это моя первая премия, первая победа в премиях. Все в нашей стране, во всем мире, оно держится именно на семейных ценностях. Поэтому чем больше мы их будем ценить и развивать, тем лучше.